обязана граненым белым камням, которыми облицован восточный фасад, лицо здания. Лицу Тото Кутуньо, самая затейливая из всех архитекторов, природа подарила удивительное обаяние и неприкрытую сексуальность. Миллионы российских поклонниц, оставленных Тото после концертов 85 года в Олимпийском, до сих пор сохранили верность своему кумиру. Когда я нахожусь на Красной площади, у меня всегда возникает чувство смены исторических эпох, значимости, традиций, важности происходящего, великой истории. И здесь всегда я начинаю задумываться, размышлять. Думаю, что мы не должны терять ценности, которые мы накопили за это время. Потому что жизнь без определенных ценностей не имеет смысла. Деньги в нашей жизни играют большую роль, но это не самое важное. Я думаю, что всегда надо начинать с семьи, чтобы привить детям настоящие жизненные ценности. Дети должны знакомиться и знать не только современную, но и классическую музыку. Потому что классическая музыка делает душу чище. И когда дети начинают слушать классическую музыку, они становятся добрее. Forte bellissimo. Ciao. До свидания. Ciao. Я вас люблю. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'est paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Va, 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 va. Tu sais, j'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées, sur toi, sur moi, sur nous, des idées fortes, mais j'étais fou, tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais, mais jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment va? Le temps n'est pas trop très long,
loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'est paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Bye.